Затопленные улицы, утонувшие автомобили и серьезные пробки. Утром в краевом центре прошел ливень, последствия которого коммунальные службы устраняют до сих пор. На улице Красноярска вывели дополнительную технику. Сейчас в городе работают 23 спецавтомобиля, которые откачивают воду, и 3 мотопомпы. Служба 205 принимает заявки граждан о подтоплениях. Водители автомобилей, которые завязли в лужах, подсчитывают ущерб. 1080. Вода в двигатель пошла. И проводка, скорее всего, погорела.